Да, тебе чего бояться-то? Итак, это геометрия. Значит, я уже сразу вот работать. Значит, сегодня очень важная тема, действительно. Мы должны научиться выносить множитель из-под знака корня и вносить множитель под знак корня. Все, ребят, работать. Иначе вы меня сейчас пропустите очень важную тему. Итак, поехали. Сейчас мы с вами посмотрим вот на что. Попробуем, во-первых, вспомним уравнение и попробуем, я вам вчера о них говорила, позавчера, простите, я говорила. Итак, вот посмотрите, как решается это уравнение путем возведения в квадрат обоих сторон. Вот таким вот образом, если вдруг в подкоренном выражении содержится у вас некое еще выражение, то элементарно, вот я уже показываю этот процесс возведения в квадрат, и тогда мы с вами спокойненько решаем. Это я показываю еще разочек, что было в домашней работе и что решалось дальше. И вот так вот получаем ответ. Обратите внимание, если после знака равно стоит 0, ну это вообще прелесть, потому что 0 в квадрате все равно будет 0, и возведение в квадрат, оно приведет к более легкому уравнению. И ситуация в том смысле, что посмотрите, вот после знака равно стоит минус 9. Не вздумайте возводить в квадрат. Если вы в квадрат возведете, минус у вас исчезнет, и все будет хорошо для вас, но все будет очень плохо для примера. Потому что подкоренное выражение, да, здесь, каким бы оно ни было, оно не может у вас, выходя из-под корня, дать отрицательного значения. Это, конечно, просто невероятно. Правильно. Насчет нет смысла, мы вот так красиво с вами должны записать. Вот так вот, пустое множество. Разобрали. Это было у нас момент. Теперь смотрите. Уравнение другого плана. Х квадрат равно 64. Как решается оно? Здесь два ответа есть. Если рассуждать просто логически, как мы вчера с вами порассуждали, и просто подобрать, да, ответы, это будет 8 минус 8. Однако правильное оформление работы выглядит так. Х квадрат равно а, возможный вариант. Если мы вот тут вот имеем число больше нуля, обратите внимание, как пишут. Пишут х первое, второе. Почему первое, второе? Потому что одно я использую, как вот здесь, два ответа. Видите, 8 и минус 8. Я использую один ответ со знаком плюс, один ответ со знаком минус. 8 минус 8. Если а равно нулю, то x равно нулю. Здесь уже первого, второго не существует. И если а меньше нуля, то x принадлежит пустому множеству. В качестве примера, смотрите, как оформляют. X квадрат равно 100. Все, сразу я на ответ выхожу, x первое, второе. И здесь уже при вычислении, оно вычисляется, я могу написать ответ. Однако, если у меня вот на этом этапе нет вычисления корня, что подразумевается? Подразумевается, ребята, нет, Алымбек, не 5. Корень из 5 останется корнем. Нет, нет, нет. Просто, понимаете, это та же самая ситуация, когда я говорю, что вот приближенно его решить можно. И калькулятор взять, оно посчитает вам. Калькулятор вам посчитает. Но Наталья Борисовна будет недовольна. Она же против того, чтобы вы пользовались калькулятором. Поэтому вот на этом этапе вы мне можете сказать, Наталья Борисовна, хотели, мы решили. Все, вот так вот, вот так вы и оставляете. Так, это было у нас ремарочки с прошлого урока. И, соответственно, ремарочка, если x квадрат равно минус 100, то есть это вот этот вариант, то у вас идет сразу ответ пустой, что не надо решить. Теперь к сегодняшнему этапу. Представьте в виде произведения так, чтобы хотя бы из одного множителя корень извлекался. Ну вот, например, 45. Мне нужны два множителя, и из одного должен быть корень. Ну, это чистая таблица умножения, это достаточно легко. Правильно, 9,5. 72. Смотрите, ребят, возможны два варианта. 72 – это, возможно, 9 на 8, да, нурбул, но это не самый шикарный вариант. Не-не-не, ребят, это не самый шикарный вариант. Самый шикарный вариант вот такой, 36 на 2. Я беру первый множитель максимально возможный. Понимаете, первый, ну, первый, второй условно. Я имею в виду тот множитель, из которого корень будет извлекаться. Вот что я имею в виду. 50. Ну, теперь 50. Да, это просто. 98. Варианты есть? 50 хорошо, ребят. 98. Варианты есть? Молодец, Аделя. Действительно. 12 это легко. Предложите мне вариант.
О, Нурбол, вот четко так и ждала твоего ответа. Вот ты мой золотой, 6 умножить на 2, Алымбек, и ты туда же. Конечно, 3 умножить на 4, а лучше, Аделечка, 4 на 3, чтобы вперед уходил этот ответ. Вы не поняли, в чем дело? 6 и 2, корня не из 6, корня не из 2 нету. Вот вы и попались. Текст-то как написан? Ага. Так, ну а может, це в 9 еще скажете, что делать мне? Це в 5, це в 4. Алы не по максимуму идешь. Наталья Борисовна вот так предлагает. С в 8 умножить на С. Первое С, 8, даст потом вынесение из-под корня. Тогда х в 11. Что напишите? Вот это будет алы теперь прекрасно. Вот теперь я с тобой полностью согласна. И это будет круто. Конечно, Нурбол, все правильно. Но тогда у в 17. Дал обед, дал им, все правильно. Теперь давайте посмотрим, а куда это вот нам нужно? Зачем я заставила вас разбираться вот в таком деле? Вот смотрите, с одной стороны у меня написано корень из 18, а с другой стороны у меня написано 3 корня из 2. И на самом деле вот это две вещи. Первый у нас с вами, они как бы, понимаете, они между собой равны, эти два выражения. Сейчас мы разберемся с вами подробнее, почему они равны и как это выглядит. В первом случае квадратный корень стоит из числа или, вот как вы видите, вот здесь из произведения. Во втором случае впереди корня появляется некий множитель. Видите? И, собственно говоря, этот процесс можно делать и в ту, может, это будет вынесение множителя из-под знака корня, и можно делать этот процесс в другую сторону, то есть выносить. Смотрите, сейчас пока устно разбираемся, потом я покажу вам на примерах. 18. Если использовать тот прием, который мы с вами делали, 9 умножить на 2, представить в облике двух множителей, так, чтобы 9-то, корень из 9 существует. И вот корень из 9, вот он, вперед, уже без корня и встал в качестве множителя. А то, что у нас с вами корня не давало, корня из 2, да, у нас с вами не было, и 2 осталось внутри. Вот так вот. Вот он процесс вынесения. 20. Это получается у нас с вами 4 умножить на 5. Вот она. Двойка впереди, корень из 4. И пятерка внутри. Можно и в обратную сторону уйти. Закладывается смутные, да, у вас сомнения, как 45 получилось. Не закрадываются смутные сомнения? Абсолютно. А у меня закрадываются. Мне кажется, что последний пример не отвечает моим чаяниям и требованиям. Абсолютно не отвечает. Здесь у нас с вами нету этого процесса. Этот процесс должен все-таки внесение общего множителя должно быть несколько по-другому выглядеть. Давайте посмотрим, как. Сначала вынесем. Сначала поучимся выносить. Итак, корень из 18 мы с вами уже вверху видели. То есть мы представляем в облике двух множителей. Смотрите, форма записи. Внутри корня эти самые множители. 9 умножить на 2. Потом идет вот такой процесс. Я сейчас процессы показываю. Потом корень из 9 мы вычислили. 3 умножить на корень из 2. В принципе, как вы видели, лучше записать без знака умножения. Просто 3 корня из 2. Я сейчас показываю процесс, еще раз говорю. Следующий. То есть, как это происходило? Разложили под коренное выражение на множители так, чтобы из большинства множителей извлекался корень. В смысле большинства их может быть не 2. Понимаете, их может быть 3 множителя. Но мы максимально стараемся 2. Ну, а там уже как будет. Это общая вот сейчас фразы, общие для любого примера. Потом извлечь корни из тех множителей, с которых возможно, скажем так. А множители, из которых не извлекался корень, оставили под корнем без изменений, под знаком корня. Как вносится? Смотрим. 4 корней из 3. Процесс идет. Смотрите, я представляю четверку как квадрат и корень. Ну, вы помните о том, что вот это действие шаг вперед, шаг назад.
они остаются прежними. И тогда внутрь, получается, четверка зашла в облике 4 в квадрате. В облике 16 зашла она вовнутрь. И получился 48. Давайте процесс посмотрим. Что делалось? Возвести множитель перед корнем в квадрат. Вот этот множитель. И записать его под знаком корня. Перемножить сами корни, ну и получить, что получилось у нас с вами. То и получилось. Так оно и осталось. Теперь давайте посмотрим, потренируемся. Ребят, правда, сразу начинать это делать, это как-то вы сразу начинаете путаться, говорить, а что, а как, а почему. Это приходит с опытом. Уверяю. Я делаю это достаточно быстро. Например, корень из 72 я показываю немножечко с промежуточными действиями. То есть вот я представила, как 36 умножить на 2, 6 корней злом. Вот, кстати, вот эта серединка в процессе должна потеряться у нас с вами из записи. Не потеряться из расчета, конечно, но потеряться из записи. Все, поехали дальше. Нурбол, 6 корней из 2 корней надо как-то, можно писать словом радикал, можно. Дальше 75. Я предлагаю 25 умножить на 3. 5 корней из 3. 160, догадаетесь? Самое простое, что можно придумать, это 160. Аделя не поняла, в каком смысле 80. Корни из 80 не существуют. Какие два множителя здесь можете предложить? М? 16, 10 на ломбик умница. Действительно, здесь безвариантная ситуация. Действительно, 16 и 10. Ну, 405, наверное, я показываю. Для вас, я думаю, это смертельный номер будет. Догадаться так сразу тяжело? А, ты про 405? Там есть 81? Да, Аделя? 81 умножить на сколько тогда? И 5. Ну, ладно, молодцы. Ну, ладно, ладно. Хорошо. С в 11 мы с вами раскладываем на множитель. Давайте покажу этот процесс. Так, хорошо, Нурбол, хорошо. Вот, видите, представляет, да, да, Ламбек, представляет так, вот перед корнем уже вышла С в 5. Вы помните, что есть под корнем. А, у меня вот здесь вот 2, а не 5. Сдаюсь. Сегодня не за урок 4, а не 5. Сдаюсь, ребят. Невнимательно была, я не обратила на это внимания. Дальше идем. Y в 34 умножить на Y. Так, 200. Могете? Не только 200. Но там еще X в 7. Представляете себе эту историю? Двести это наверняка будет у нас 100. Ага, так, хорошо, сейчас посмотрим. 10х. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Вот действительно, действительно, 100 умножить на 2х, 6х. Действительно так. А последнее, 128. Само число 128 дайте. 128. Угу, умницы, действительно, это будет 64,2. И вот здесь, вот, кстати говоря, в этом примере, С в 6, оно как бы самодостаточно для того, чтобы его вынести. И вот здесь вот будет выражение такое. А теперь давайте попробуем вынесем. Это очень просто. Вот вносить это проще всего. Так, Анель уже прислала первый ответ, сейчас посмотрим. Ага. Действительно. Ребят, вот это проскользное действие теряйте потихонечку и учитесь сразу писать концовочку. Ага, следующие уже готовы. Давайте проверять. Ну, это легче, да? Следующие поехали. 3 корня из 11. Это будет корень из 99. Хорошо, дальше. 2 корня из 6. 2 корня из 6. Хорошо, здорово. Y корней из Y. Ребятки, Y корней из Y.
Хорошо, хорошо, очень хорошо. Стоп, а вот тут аккуратно. А вот тут очень аккуратненько. Здесь язвительный минус. Алмамбет, а вот я так и предполагала, что вы такой фокус выкинете. Ребятки, минус нельзя вовнутрь. Мы его, если возведете в квадрат, вы его потеряете, а он стоит перед квадратным корнем. Запоминаем. Минус вовнутрь не входит. Так, следующее. Следующее. 6С корней из 2С читается. 72С в третьей, говорите? Ну что же, Дельчика, согласна, Фахридин умница, быстро работаешь. Ох, Фахридин, с оценкой ты подкачал. Ох, разочаровал ты меня. Что же там такое с тобой случилось, дорогой? Ладно, идем дальше. Кто там мне? А, вы уже про последнюю, что ли? Нет? Где вы там 26-ю нашли? Х в пятой войдет вовнутрь под корнем, не х в 25-й. Вы что делать-то? Зачем вы пятерку в квадрат возводите? Вы что? Оно войдет как х в 10-й. Корень же... Вы же в квадрат возводите число, стоящее перед корнем, дабы отправить его вовнутрь. Дают, а? О, а вот теперь это правильно. Вот теперь это так. Теперь это действительно так выглядит. Хорошо. Ну что ж, потренировались. Теперь давайте посмотрим еще. Но установить что лишнее, давайте глазками попробуем, пробежимся. Корень из 12 в голове сразу. То есть голова работает. 4 умножить на 3. Правильно. Давайте посмотрим, есть соответствие? Есть. Получается, есть или нету? Как нету? А как нету? А вот это? Как нету? 4 умножить на 3, значит 2 корня из 3. Корень из 20. Это вы делаете 4. И так, ищем. Хорошо, хорошо. Значит, есть, да, такой фокус? Есть. Вот он. Следующий. Вот я уже вам даже быстрее немножечко работаю. 8. Корень из 8. Корень из 8. Последнее. Хорошо, умница. Одно лишнее. Хорошо, ребятки. Теперь давайте посмотрим еще буквально немножечко, как применить эти свойства. Каким образом их можно применить? Ну вот смотрите-ка, если мне требуется упростить такое выражение. А эти все у меня слагаемые будут подобными. От того, что стоит знак радикала, все равно корень из b, корень из b, корень из b, корень из b. Все четыре слагаемых можно просчитать, упростить, ребятки. Нет, Алмамбет, я не об этом, я не о внесении, я... Да, Алмамбек. Я об упрощении, да, Султан? Они могли бы быть просчитаны, действительно, как подобные слагаемые. Смотрите следующий пример. Здесь есть подобные. Вот это слагаемое, вот это и вот это слагаемое. Мы их можем посчитать, но вместе в кучу не сваливайте. Вот так вот. Вот так и вот так. И тогда, откуда... Как минус 5? В смысле? Вы сейчас о чем? Корень из x с корнем из x. Это минус 2 корня из x. А корень из y с корнем из y. Это минус 2 корня из y. Вы сейчас что, все в кучу свалить умудрились? Напрасно. Так, ребят, я сейчас быстренько дам домашнее задание вам. Оно у меня через один слайд. А потом мы разберемся с вами еще с этим. И очень быстро, я сейчас очень быстро даю вам домашнее задание. Да не пугайтесь. Задание. Ого. А что делать? И еще плюс я-класс. Я-класс надо закончить сейчас, оценки и по геометрии, ребята. По геометрии сегодня закрывается, завтра, по-моему, да, в пятницу закрывается я-класс. Терпите, дети, терпите. Это алгебра, да. По геометрии на каникулы я вам как задала, так. Учебник стандартный, обычный учебник, алгебра 8 класс, такого бело-голубого цвета. О, Ариша, ну что ж вы в самом деле, ребятки.
Я класс, да, автоматически вы сделаете, он ко мне придет. Я класс, постарайтесь сделать. А потом у вас будет целый каникулы для этого задания. Ну, кажется, все. В общем-то, я то, что не разобрала с вами. Это алгебра, алгебра. Да, вы все это должны сделать в тетради. Задание лучше отправлять. И по геометрии найдитесь, товарищ, кто же там есть. Аллы. Ну, тебе. Так, ну все, ребятки, я с вами, наверное, прощаюсь все.